Привет, друзья мои! Кошевой Олег на связи. Сегодня мы дождались погоды, когда небо потемнело, стало свинцовым. И в это время мы любим выбраться по грибы обычно. Почему? Потому что в грибной дождик грибы растут. Ну, это шутка, конечно. Но грибы правда растут во время дождя. И во время такой сырости, и чтобы тепло было. И мы решили сегодня посетить лес. Лес березовый смешанный. Ну, в общем, смешанный лист. Лес хвойно-березовый. Опята пошли, мы уже опята пособирали. Но мы сегодня, наверное, все-таки за белыми, да, Дань? Да. Ты научился белые собирать? Да. Знаешь, как белые выглядят? Да. Так. Такие уж толстые. Толстые и белые, да. Так что, ребят, давайте чаек-эфек заваривайте, будем смотреть. Друзья, кто подписчик, ставьте лайки, а кто смотрит просто из какого-то сообщества, обязательно перейдите, подпишитесь на канал, потому что мы будем вместе участниками моего канала, чтобы не пропускать новые видео. А так, погнали в лес, приятного просмотра и хорошего аппетита. Поехали. Улит. Потерялась собака, да? Даня не видит гриб. Ну-ка, отойди, Дани. Вон он. Вот он. Я сегодня, друзья мои, все забыл, сапоги и все. Сегодня у нас экстремальное хождение. Ну, это большой уже вырос. О, какой. О, красавчик. Толстенький, смотри какой. О, вообще как бочечка. Как бочоночек. Вообще прелесть. Сейчас давайте сорвем. Сейчас я страфирую и сорву. Побудя? Да, как губка. Это тоже старый. Белый у нас. Нет, это разница между... Сегодня белые. Нет, нет. Переростки. Переростки. Белясые, да? Вот сравнить разницу. У меня дочь принесла. Говорит, я белый нашла. Я говорю, нет, это не белый. Нельзя есть такие грибы. В большинстве случаев, которые... Я вообще, ну не в том смысле, что они все ядовитые. Я не беру грибы, у которых вот снизу зонтик. Вот, я беру все маховые такие. Буду, волна белых отошла, друзья мои. Они какие-то... Все вот, видите, уже все. Не дождался. Не дождался. Какие-то переростки. Он молодой. Березовичек. Он какой, не червивый даже. Хорошо. Даню съедает мошкара, да, Дань? Какой мощный. Ого. Иди-ка сюда. Ой. Идеальный. Дня два ему, наверное, или три. Не расцветший. Тут все было раньше в белых. Сейчас белых нема, но зато погнали мухоморы и вот такие красноголовики. Ай, волна красноголовиков к нам пришла, что ли. Подосиновичков. Ну-ка, ух, какая твердая ножка, классная. Давай-ка, иди сюда. Прелесть. О! Раз. Сейчас покажу ребятам. И второй. Я тут. Второй вам покажу. Ну-ка, иди-ка сюда, второй. Ой, какой прелесть. Вообще красота. Подосиновики наш район не балуют в этом году. А другие балуют районы. Ну вот они пошли у нас. А, отрежь ему вот эту ножку, корни. Гребеница называется. Красота. Корзинку. Вот она красота. Вот она красота какая. Видали? Да, не дал какой? Тоже какой большой. О, малыш. Видишь, плохо ищем. Видишь, какая снизу шляпка. Ой, какой красавчик. У них еще запах. Понюх, как вкусно пахнет. Эх, да, сегодня что-то у нас подберезовики, да перезревшие громадины стоят.
Он какой. Уже, да, уже все. Уже помер, но большой был. Видишь, уже споры у него загнулись, он скинул уже семена. Скинул семена. Ну, споры, да, споры по-другому. Это просто понятно. Вот. Какие полезли красавчики. Ну, с ними должны белые лезть. Да, дочь? Разнообразие. Подосиновики пошли, похоже. Совсем молодой. Вообще даже тонкая ножка, совсем. Тонко-тонко, на подберезок похож. Вон какой хиленький. Да. Берем. Мои самые любимые грибы. Прямо семья такая выросла. Класс, да? Класс. А это опята? Смотри. О, еще лисички. А, это лисички? Да, маленькие. О, это мои любимые. Целая семейка, да? Угу. Ой, какие, смотри, с другой стороны. Да. Ва. Вообще классные. Катя, иди посмотри. Вон упал один. Наслаждение. Вот маленькая полянка лисичек. Тут лисички. Тут лисички. Красота. К сожалению, белые вот такие. Все наизнанку. Вывернутые. Они даже невкусные такие. Даже брать смысла нету. Жалко. Вон там. Осина. Держи, держи ее. Осиное гнездо. А здесь же. Посмотрите, а вон он белый. Спрятался. Вон он. Ну-ка, кто достанет? Аккуратно. Давай аккуратненько его выкручивай, прямо нежно, как. Не видишь? Аккуратно. Неси сюда его. Это более-менее хороший. Вон какой. Тоже под заплесневым уже. Похоже на лисички, но не лисички. Говорят, очень. Я еще ни разу не пробовал их. И не сопливыми не становятся, когда сварятся. Ежовики, вон они. Вот они еще. Семейство лисичек. Даня какую-то военную табличку нашел. Какая-то схема. Да, Лина, что ты проверь. Входи. Там. Молодец, стоит. Красной головой. О, какой. Смотрите. О, подосиновичек. Под елочкой стоял. О, ну отгадай. Да, подосиновик. Даня, не спеши. Надо же показать, каких красавчиков моя сестричка нашла. Вот один. Давай аккуратно. Вынимай его вдаль. Да, не вынимай. Аккуратно. Чуть-чуть расшатывай. Чуть-чуть расшатывай. Влево, вправо. О. Ну ты сломал его. Это плохо. Смотри, сейчас пальчиком снизу. Ух ты, это вообще. Снизу пальчиком вот так пододевай его. Расшатывай аккуратно. О. Сломался? Верно. Ну ладно, доставай. Ай, ну почти. Ой, тут. О. У, кишмя. Ничего себе. Вот так. Червивый.
Ага. Тоже перезрели. Большие такие. Да. Это тоже перезревшие. Покидывай. Один нормальный, там у меня еще подосиновик рядом с корзиночкой. Сейчас вам пока. Вот смотри, а кто тут стырит, кроме нас? Вон она, корзинка моя. Да, подосиновики пошли. До нас дошли они. Вон он, смотри, Дань, какой красавчик. Иди покажу. Вот он. Уже чуть съеденный, но ничего. Оп. О, вот этот классный. Еще не перерос. У нас очередной гость. Красивенький. Свеженький почти. О, у нас лисичек все больше и больше. Ну и таких красавчиков мы не упускаем. О! Фу. Фу. Один. Тут один валяется почему-то уже. Кто-то сбил его. Или съел. Второй. Ножки подъеденные. Ну как-то грибы отошли уже. Подосиновики вроде бы не сильно не поедаются так. А тут уже все поело. О, красавчика, ну-ка срывай. По одному не растут. В этом году у меня не было еще подосиновиков. Твердый. Давай ножик тебе дам, будешь связать. На. Вот он, красавец. Давай. Смотри, какой. О, и тут сразу же еще один и второй. Сейчас на ножик. Я сейчас его выкручу. О, ой, у меня кайф. Молодец, Лида. Смотри, какой большой. Давай. Держится. Так, второй. Держишь? Ага. И вот и последний. Третий. Он больше еще есть? Смотри, плечо может быть есть. Вот они, видишь? Вот он, самый главный грибник. Да? Угу. Сколько рыбов нашел? Покажи на пальцах. Не помню. Ой, серьезно. Это же все, это умер. Тоже умер. Я присел. Вон. Еще один, где? Вон, смотри. Да, дальше, вон головище. Сейчас я подойду. Но обратил внимание вот на этого. Я думаю, раз. Такие стоят, значит, должны вот карапузики быть. Смотри, какой хороший твердый орех. О! И такой большой есть. Ой, так. Маленький. Давай. Давай. Это, наверное, уже старый. Так. Так. Ну, это большой вот он. Ой, он сломался. Сломался, да? Не, ну червивый, нормальный. Давай. И вот, смотри, малыш. О, красотулька, давай. Вот он, хороший какой. Я в том году тут как раз их набирал. Вот. Да, этот червивый, выкидывай. Перезрел. Вот как хорошо. Ну-ка, отходи, Дань. Так, наши лисички любимые. Фу, мошкара замучила нас сегодня. Она просто убивает нас. Я Даню снимал вначале, значит, думал, он будет герой-грибник. А тут, оказывается, мама больше грибник. Все мои ученики. Лида учится грибы собирать. Мы уже почти к машине вышли. Фокусировка распадается.
отдохнули, погуляли. Буквально 2 часа мы сегодня погуляли. Больше бы ходили, если бы не мошкара. Откуда-то взялась мошкара. Сколько вечером не ходили, не было мошкары. А сегодня мошкара. Сегодня 20 июля или 22? 22 июля. Пошли за белыми, но волна белых отошла. Но зато у нас вон чего. Пошла волна лисичек. Подосиновиков толпа вылезла. До нас позже доходит. Немножко все-таки белых нашли. Штук сколько? 6-7 беленьких мы нашли. Ежовики. Напишите, едите вы такие грибы или нет. Говорят, хорошие грибы. Ну вот я сегодня решил взять ежовиков. Вот такие мальчики, подосиновички вылезли. Вот. Ну, в общем, вот такой результат у нас. Причем у меня корзина, 2 ведра. Считайте, ведро лисичек, у нас ведро подосиновиков. Все, как вышли из леса, не забудьте осмотреться от клещей. Клещи у нас, я сегодня сапоги забыл. Вот, но клещей вроде нет. На собаке был сегодня один клещ. Потом еще около дома мы проверим хорошенько. И все. Ну все, вы оцениваете это видео лайками. Если вы гость моего канала, обязательно подпишитесь, нажмите колокольчик и вступайте во все сообщества и на основной канал подписывайтесь. С вами Олег Кошевой. Лайк. Даня самый главный грибник сегодня. Увидимся. Пока-пока.